Впереди планеты всей. Недавно в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Федеральные СМИ сообщают, что препарат уже получил название и показал свою эффективность в формировании устойчивого иммунитета, а также безопасность применения. При подготовке сюжета о вакцине мы общались с барнаульским специалистом, и беседа показалась нам интересной. Константин Сафьянов, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Центра вакцинации, рассказал, кто будет в первых рядах привитых, можно ли ставить вакцину от коронавируса почти одновременно с прививкой от гриппа и действительно ли эту вакцину можно считать безопасной? На самом деле для оценки вакцин важны два показателя – эффективность и безопасность. Да? Поэтому эти два как раз показателя это характеризуют, как вакцина будет себя вести, как она будет защищать, как будет вреда или пользы соотношение в применении каждого препарата. Стандартно любой препарат выводится на рынок, достаточно длительная процедура проходит, это в годах измеряется производство любого препарата, и сначала проводится доклинические исследования на животных, то есть когда молекулу, скажем, изобретают, сначала ее испытывают, ее как раз тоже вот ее безопасность и эффективность выработки иммунитета на животных, потом первая фаза клинических исследований – это добровольцы уже, так скажем, небольшое количество людей, которые готовы себя свое подставить здоровье на эти цели. И в этом числе очень часто сами медики. Мы в этом плане русская нация советская закалена, и достаточно большой вклад сделали наши ученые в различные открытия вирусов и бактерий и так далее. Поэтому люди у нас готовы рисковать, тем более сейчас речь о том, что такая серьезная инфекция, как коронавирус, и вносит жизни, в том числе и медиков. Поэтому все более ускоренно в России идет, чем в других странах, потому что здесь есть некоторая такая, ну, черта русского характера. Поэтому мы не удивимся, что мы немножко идем впереди, но в плане того, что беспокоит людей, не будет ли слишком сырой препарат, здесь мы должны тоже понимать, что если как только будут признаки, что это опасно и вредно, то никто таких вещей скрывать не будет в масштабах государства. То есть всегда сопоставляется польза и вред. Это классика любой медицинской деятельности. То есть основной принцип – не навредить. Поэтому если будут признаки, что этот препарат наносит вред, приносит какой-то там ущерб для печени, почек там, и так далее, конечно, это будет быстро оценено, но бояться… Подождите, вот если этот препарат, вы говорите, вдруг, ну, да, получается, что сейчас… Сейчас и мы… кто-то вот кому поставят, на том будем смотреть, будет ли вред? В том числе, да, потому что… А это нормально? Ну, давайте так. А нормально, когда мы имеем сейчас вокруг себя риск заразиться и умереть, и ничего не будем делать? То есть вопрос о том, что либо мы ничего не делаем, либо мы находим лазейку, находим шанс и начинаем его использовать. Поэтому, конечно, более правильно все прям по крупиночке все отследить, все опасности, все риски и так далее, и потом уже начать применять. Но у нас на это сейчас просто нет времени. Мы просто слишком много людей можем потерять и ждать, когда же мы все отследим. И в этой ситуации сейчас все процедуры проводятся в более ускоренном варианте. Все эти этапы клинических исследований, которых 4, мы знаем, мы потому что сами, как медицинский центр, работаем и с российскими, и с зарубежными компаниями, участвуем в апробации и в клинических исследованиях новых препаратов, и в том числе, которые в других странах используются, а у нас еще нет. То есть мы в этом деле достаточно опытные, уже порядка больше 10 лет этим занимаемся. Поэтому… Безопасной, да, эту вакцину, да, можно назвать? Я так поняла из ваших слов, что нет. Подождите, мы говорим о том, что оценку безопасности покажет большое количество его применения. Поэтому сейчас вакцина зарегистрирована, она прошла два этапа клинических исследований. Сейчас будет одновременно ее применение и дальнейшее отслеживание ее эффективности и безопасности. По крайней мере, первые результаты, которые есть, мы видим, что из официальных источников, из неофициальных тоже, мы тоже общаемся с теми людьми, которые, в том числе и на себе, их попробовали, этот препарат, и ходят без маски и не болеют, на самом деле. Поэтому пока говорить о том, что мы не доверяем или не боимся, это будет неправильно. То есть нужно все равно большое количество людей, но сейчас, когда мы видим, что те же самые медработники, которые будут в числе первых,
людей, на которых будет эта вакцина использоваться, что сейчас они вообще работают без защиты. Что лучше? То есть, по сути, да, они те же самые люди, добровольцы, да, на да, которых будут исследовать да, вакцину. Можно так сказать? Будет продолжаться. То есть, да, то есть сейчас будет практическое внедрение препарата с параллельным отслеживанием его вот этих же двух критериев – эффективности и безопасности. То есть, вот смотрите, говорят о том, что кроме врачей, да, первым будут ставить педагогам. А педагоги-то, на них-то эксперименты как насчет проводить? Ну, я за педагогов пока не буду говорить. Я абсолютно точно понимаю, что в первую очередь будут медики. Все-таки мы говорим о том, что, во-первых, категория детей, с которыми работают педагоги, сегодня не в группе риска. Поэтому педагоги, они будут, я думаю, что во втором эшелоне. В первом эшелоне будут медики. Поэтому сейчас мы видим, как теряются достаточно опытные и уважаемые люди. И те же врачи скорой помощи, которые выезжают на непонятные ситуации в очаги, а впереди у нас еще другая картина, когда будут просто температурящий человек, и мы не знаем, что это. Вот сейчас даже ситуация какая. Мы работаем активно, у нас продолжается сезон клещевого энцефалита. Вот у нас реальная ситуация, не единожды сталкивающаяся. Человек, у него был укус клеща, проходит там 2 недели, то есть он еще находится в инкубационном периоде, он звонит и говорит: у меня 39, что мне делать? Вот мы в другом году, как не в этом, мы просто бы сказали быстренько к инфекционисту. Исключаем вопросы клещевых инфекций, клещевого энцефалита. А сейчас мы говорим: стоп, едем сначала, сделаем снимок, ну, вызывает скорую, исключает коронавирус в первую очередь, а уже потом, если коронавирус исключили, занимаемся уже вопросом клещевого энцефалита, если все-таки с этим укусом клеща случилось заражение. То же самое даже в больших масштабах будет, если одновременно осенний сезон совпадет, что и коронавирус не спадет настолько, что совсем его не станет. И грипп придет в полном расцвете. А вот скажите, а прививку от гриппа и от коронавируса совместно ставить можно? Вот как это будет происходить? Ну, опыта нет, но поскольку мы работаем давно и знаем, то до 3 вакцин одновременно совмещаются в один раз, можно сделать. Поэтому я думаю, что здесь такая же ситуация будет. Если вакцина придет коронавирусная и в это же время будет продолжаться сезон вакцинации от гриппа, мы будем делать ее вместе. Но ситуация немножко сложится, я вижу, по-другому. Потому что та вакцина, которую сейчас производят, она некоторое время еще будет только работать, скорее всего, только в здравоохранении, в бюджетном. В первую очередь это Москва, Подмосковье, и потом только она дойдет в регионы. Когда приблизительно она может дойти в регионы? Вот, я думаю, что не раньше месяца. Не раньше месяца. Ну, то есть где-то конец сентября? Может быть, октябрь, да. Октябрь. Да, я думаю, что это так. Я думаю, что лучше скажут наши хорошо органы здравоохранения, если вы будете с ними общаться, они вам более точно скажут. Но судя по тем интервью, которые дают ученые и специалисты, разрабатывающие эту вакцину, вот. Соответственно, про коммерческие цели в продаже, что она у нас появится для населения, желающего за деньги ее поставить, в этом ближайшем периоде мы пока информацию не получили. То есть, скорее всего, мы ее получим, эту вакцину, для реализации, дай бог, там, ближе к Новому году или даже в следующем году. Поэтому здесь мы смотрим в этом плане и на другие вакцины, которые сейчас тоже, в общем-то, изготовляются. То есть тот же самый «Вектор» в Новосибирске, у них 2-я фаза клинического исследования. Мы свое намерение и желание включиться в 3-ю фазу клинического исследования заявили. То есть если наш центр включит в число центров, которые будут участвовать в 3-й фазе, мы будем приглашать желающих сделать эти прививки. Это будет для людей бесплатно, для них будет некоторым обременением то, что нужно будет сдавать кровь и делать некоторые манипуляции, связанные с контролем местных реакций, общих реакций. То есть, ну, это классический вариант клинических исследований. То есть это другая вакцина? Это будет… Та вакцина, которую сейчас будут ставить, это не вектора вакцина? Это не векторская вакцина. Но она, у нее есть название векторная, но это не касается именно производства вектора, а это просто класс вакцины. Вот вы говорите, а вакцину обычно испытывают годами. Сколько лет приблизительно вот требуется для того, чтобы она действительно была безопасна? Чтобы она появилась на рынке, ну вот по нашему опыту 2-3 года вакцина выходит на рынок. Но дело в том, что нужно еще учесть один маленький момент, который, я думаю, что уже кто следит за этой ситуацией, уже знает, я просто его немножко уточню. Дело в том, что вакцина создавалась не с нуля. У нас коронавирусные вспышки
другие возбудители уже были. Это и лихорадка Эбола, это и МЕРС, вспышка. И наработки делались нашими учеными, достаточно большие уже сделаны. То есть это было на этапе определенном приготовлено и лежало на полочке, потому что Эбола, лихорадка, упала активность, и возбудитель растворился, необходимости вакцинации отпала. Соответственно, а наработки остались и у Гамалеевского института, и у Вектора в Новосибирске. Поэтому эти наработки, они и послужили той базой, на которую достаточно быстро удалось внедрить и запустить уже, то есть по нашим данным, вакцина, которая Гамалея, она уже в апреле ее уже начали уже, так скажем, по определенному кругу. Да. Еще, это просто может быть не для себя, какие-то побочные эффекты уже сейчас известны вот этой вакцины? Потому что говорят люди, что они есть. Они есть, но слишком пока рано об этом. Даже в инструкции они описаны, но там это небольшие, не такие катастрофические. Просто же многие не ставят прививку от гриппа именно потому, что, в общем-то, боятся, что еще тяжелее перенесут, чем обычный грипп. Ну, у нас есть категория людей, которые, ну, допустим, просто... Кому противопоказана прививка? Чаще всего столкнулись люди в своей личной практике с каким-то неприятным событием. Зачастую это вот, на примере, допустим, клещевого энцефалита я приведу. Долгое время в России, ну, даже, скажем, в Советском Союзе прививали томской вакциной под лопатку. Я лично это застал в школе. И это было очень болезненно, это было очень реактогенно, и у многих в голове и сохранилось вот этот стереотип, что это будет больно, это вся эта неприятность, и люди категорически вот это все так и боятся. Дело даже не в боли, дело дальше, температура, кашель и все остальное. У гриппозной вакцинации тоже, вот в массовых, так скажем, прививочных компаниях зачастую используются препараты недорогие, которые в производстве дешевые, да, вот, допустим, есть в Иркутске, производится живая интраназальная гриппозная вакцина, то есть она хорошо работает против гриппа, но она достаточно часто вызывает гриппоподобное состояние, люди тоже ее боятся. То есть, поэтому вот этот некоторый страх, он сопровождает зачастую даже неоправданно, мы уже выросли из тех не очень добротных вакцин в более качественные, даже в том числе не только зарубежного производства, достаточно много вакцин сейчас производится в полном цикле в России, некоторые совместного производства, то есть субстанция привозится и разливается здесь, но сейчас вакцины от гриппа достаточно добротные, качественные, их бояться не нужно. Вот. Насчет того, что какие будут ожидаться реакции у коронавирусной инфекции, вакцинации, мы пока не скажем, но я скажу один маленький момент, который сейчас пока медицинская общественность немножко не знает, как до конца с ним справиться. Я думаю, что вам тоже это прокомментируют в других источниках. В инструкции препарату прописаны ее условия хранения и транспортировки. Это минус 18 градусов. Все сегодняшние использованные вакцины, которые мы применяем, хранятся плюс 2, плюс 8. То есть условия холодильника обычного отделения. А эта вакцина получается условия морозильника. И при размораживании, если ее не использовать в течение 30 минут, она перестает быть полезной. Поэтому сейчас, кроме того, что нам нужно еще вот отследить ее, так скажем, эффективность и безопасность, сейчас еще предстоит большая работа у здравоохранения о том, как отладить систему транспортировки, хранения, организации услуг, учитывая вот такой сложный формат его хранения. Я такое даже не знала. Ну вот просто инструкция доступна, она уже опубликована, инструкция. Все это производится на самом деле в ускоренном формате, объясняется это именно режим практически близким к чрезвычайной ситуации. Поэтому это я считаю, что это оправдано. Другое дело, что да, могут быть какие-то, так скажем, некие открыться неожиданные. Но я думаю, что как раз вот предыдущие все работы, они уже эти вещи тоже уже показали, что если бы те фрагменты разработок были высокореактогенны или, скажем, малоэффективны, потому что мы, работая в том числе в клинических исследованиях, мы видим, что как нередко очень большая работа, огромная работа, проведенная в масштабах всего мира, приводит к тому, что компания вынуждена признать, что
не получилось. Не получилось. То есть, поэтому теория заговора фармацевтического, когда люди говорят, что вот, это примерно как из той сказки, когда там съел одно яблоко, уши выросли, а потом съел другое яблоко, а они там меньше стали. То есть, что специально какие-то выращиваются продукты, против которых потом разрабатываются антидоты там и так далее. Она не имеет под собой абсолютно никакого обоснования, потому что вот даже если взять в качестве примера, какой прекрасный, огромный спрос был бы у фармкомпаний, если бы можно было предложить на рынке, допустим, вакцину против ВИЧ-инфекции, против СПИДа, да? Ну, не могут сделать. Ну, нет же, поэтому говорить о том, что какая-то мулька придуманная, вот, что придумали какую-то искусственную проблему, а потом против нее искусственное решение. Но нет, это не так. Так же, как нет, допустим, сегодня вакцины против гепатита С, против многих онкологических, да. То есть есть у нас уже первые примеры удачных шагов в плане профилактики рака шейки матки, да, то есть открыли, что связана эта болезнь с вирусом, да, с вирусом папилломы человека. Нашли это. Также, как, допустим, рак печени. Это чаще всего дальнейшее развитие цирроза печени, который развился на фоне гепатита Б. Против гепатита Б вакцину сделали, снижается одно, другое, третье. То есть поэтому и дальнейшие, я думаю, что вопросы победы той или другой раковой зоологии тоже будет, в том числе и за вакцинопрофилактикой. Спасибо.